Всем привет, меня зовут Никита, мне 19 лет, вот. Прошел сначала мастер-класс в Питере у Юры, до этого подходил очень мало, но все-таки подходил потом. После мастер-класса меня там Юра хорошо пнул, Юра Сенцов, я уже подходил намного больше. После этого у меня не было денег на тренинг, вот. Я хотел, узнал о втором таком семинаре, как бы. Вот, и хотел на него пойти. Позвонил еще раз, мне сказали, что больше на второй раз мы не берем уже никого, то что надо идти на тренинг. Вот. На тренинг денег у меня особо не было. Ну, в итоге взял толк, пришел на тренинг и. Сколько тебе лет? 19 лет. Это просто важный возраст, мужики, когда вы, я сейчас за кадром скажу, когда вы там в 30, в 35, в 40 лет сидите. И думаете, бля, дорого это или недорого? Вот чуваки в 19 лет на последние бабки сюда приезжают. И расскажи, мужик, какие у тебя результаты тут получились? Ну, без проблем подхожу. Сегодня переспал с женщиной почти. Почти с женщиной? Почти всю ночь. Кроме секса, это тоже не самый там важный показатель. Без проблем могу подходить теперь ко всем. Сам кайфуешь от этого? Сам кайфую, да. До этого, то есть, был какой-то страх, теперь это прям так вот.